Не более 4 чашек черного чая в сутки. Именно столько рекомендуют пить врачи, чтобы чувствовать себя хорошо. Такой напиток положительно сказывается на работе сердца, почек, содержит большое количество антиоксидантов. Кроме того, чай обладает тонизирующим свойством, препятствует развитию онкологических заболеваний, ускоряет обмен веществ, соответственно, защищает от ожирения, укрепляет иммунную систему организма, уменьшает содержание холестерина в крови, препятствует образованию тромбов. Чай также содержит фтор, благодаря чему защищает зубы от кариеса. И помните, в зависимости от времени суток, чай по-разному влияет на организм. Утром придает бодрость, в обед снимает усталость, а вечером помогает справиться с бессонницей.